пригласить на сцену моего хорошего старинного друга. Уже очень-очень много лет в одном родном нашем клубе «Меридиан». Сейчас мы видимся реже, и тем приятнее, что Миша взял и пришел на мой концерт. Выступает Михаил Ригер. Просто я хочу слова, которые сейчас скажу, написать тебе, стоящий рядом. Мы, так, качайте бубнить, закрывайте дверь, молодцы. Вот теперь все, что надо. Мы сейчас чествуем талантливую, красивую, молодую женщину. Да, талантливую, но красивую и молодую. Годы – это только то, что мы о них думаем. И блажен тот, кто о них не думает вообще. Вот Светка из таких. Я вспомнил про свою старую-старую песенку, я ее десятилетиями не пел. Вот. Но вспомнить про и вспомнить саму песню – это разные вещи. Поэтому я ее раскопал в архивах, пожалуй, прочитаю стихами. Ладненько. Гитару дадут? Ты здесь все можешь. Поздравляю тебя каждый день, каждый час. Лет твоих мной давно рассылал. Поздравляю тебя так, как рвет с плеча, не теряя размахи ни слова. Поздравляю тебя, как не снилось в веках, ни ожившим, ни ныне живущим. Близок только привал, но цель далека. Поздравляю не с прошлым, с грядущим. Что ж, наверное, не мой, но все-таки чей взгляд тебя навсегда колдует. Я желаю тебе, пусть с крещением мечей твою участь навеки минует. Но если порой все заботы твои вдруг затеют житейскую травлю, ты меня позови, и я с чем-нибудь снова поздравлю. Спасибо большое, очень приятно. А сейчас на сцену приглашается Вадим Зубов, с которым мы тоже уже довольно давно знакомы, 2000 года. Андрей Штрюков. Познакомились мы на фестивале «Петербургский аккорд». Да? Да. Нет. Не зашли. На фестивале «Весенняя копейка». Ух ты! Я там был спонсором. Что-то дарил. Я же благотворительность работал. Ну, я тебя не помню. А потом была конференция в Ленсовета по проблемам авторской песни. Ну, что сказать про Свету? Скажи все. Гитару подключите, не ошибаюсь. Да. А кто подключает? Я? Вот сиеньки, что хочешь, возьми его, сиеньки, видишь? Подключи его. Он подключает. И все побежали. Кто у нас подключатель? Не моя просто. Все королевства тоже подключают. Все королевства конятся. Свету, вот как я знаю, так она никак и не меняется вообще. Только становится все краше, как выдержанное вино. Вот. У нее замечательный талант, помимо всех прочих, помимо вот очень разнообразные у нее гармонии. Она в разных стилях может работать. Вот это удивительно для бардов. Мы-то все умцаса. В общем, она вот так сказал. Да, достойно уважения. Вот. Еще у нее талант, она как-то видит, какой человек, с каким человеком может совпасть. Вот она у нее познакомилась с замечательными людьми.
Я ни за что не догадался с ними сам познакомиться. И повлияло на всю мою маленькую жизнь. Ну, все еще я скромный. Все впереди. Да. Света, живи дальше, радуй нас. Хорошо, что ты родилась. Я хочу спеть легкомысленную песню, потому что тяжеломыслие сейчас ни к чему. Вот. Я последнюю, которую я написал, крайнюю, как говорят, значит, называется «Поясок». Написано по, как сейчас говорится, реальным событиям. Вот. Ну, правда, в этой песне не Света, да, собственно, и не я, но так мои какие-то эротические фантазии. В общем, «Поясок». Нам с тобою не расстаться, посидим еще часок. Ты ушла, а он остался, твой от платья поясок. Ты ушла, а он остался, твой от платья поясок. Кто направил нас в объятья, застучала кровь и висок. Как с тебя упало платье, развязался поясок. Как с тебя, можно подпевать, платье развязался поясок. Он незримо между нами по судьбе наискосок. Он лежит в моем кармане невесомый поясок. Он лежит в моем кармане невесомый поясок. Нам нельзя с тобой расстаться, приходи хоть на часок. Неужели мне остался лишь на память поясок? Неужели мне остался лишь на память поясок? Юбиляра закон. Не готовил. Ты слова помнишь? Если что, подскажешь. Пусть не растает печаль на рассвете, ты хоть печалила меня обними. Не вырастают красивыми дети, если бы их не зачали в любви. Время поможет дочки расставить, время залечит сердечную боль. Но невозможно тебя мне оставить, если в душе протестует любовь. Старых ошибок уже не исправить, новых ошибок не избежать. Если тебя от себя мне избавить, как мне потом от себя убежать? Боль на рассвете, милая, крепче меня обними. Не вырастают счастливыми дети в доме без ласки, тепла и любви. Молодец. Спасибо. Света, за твой дом, за твоих детей. Ура! Ты висишь. Да ты тут висишь в шляпе. Ой, похож. Ой, красавец.
А сейчас я с удовольствием приглашаю Андрюшу Стрелкова. Это тоже старинный друг. Мы познакомились в клубе «Меридиан» много тоже лет назад, давно. Потом уже все образовались, там автограф и все остальное. Но вот на моих глазах он как автор рос, рос, рос и вырос. Спасибо. Спасибо, Светочки. Действительно, «Меридиан» пришел, не знаю, насколько я врал, вырос или унизился, но я это самое, как бы, пришел довольно поздно в авторскую песню, вот, пришел уже с целым набором своих песен, вот, но дело не в этом, а дело в том, что, наверное, вот почему-то у меня другое ощущение, мне приснился раз сон, будто бы я пришел в далеких 80-х годах, молодой, уже с каким-то набором песен в «Меридиан», и меня в холодном-холодном здании встречает Света Ветрова, я тогда не знал, кто это, она представилась, вот такой сон удивительный. Говорит, заходите, ну вот, тут будет тепло, сейчас мы растопим камин и будем петь песни. И вдруг я понял, что, наверное, еще рано, время не настало, я должен заниматься чем-то другим, и только я вот запомнил тогда Свету Ветрову, и вот такой вот сон, такое наложение. Ну вот, а песни, которые я тут что-то подготавливал про котов, но Света сказала спеть «Вьюгу» песню, но это будет продолжением о любви. Зачем ты вьюгою была? Смотри, ничей, лежит твой снег и вслед тепла. Бежит ручей, он рвется в лето из окон. Сквозь эту пель, через альбедо всех снегов. Через апрель он рвется в лето из окон. Сквозь эту пель, через альбедо всех снегов. Через апрель. Скажи мне, где он, твой февраль? Туликий друг, его печаль. Во всем вокруг он стал циклоном в вышине. И с высоты критут готовые к войне. Его фронты он стал циклоном в вышине. Из-за высоты грядут готовые к войне. Его фронты. А я скажу, что как не жаль, в канун весны все маски, вьюга и февраль, упразднены, прикроют дверь в свое жилье, чтоб из груди к тебе не вырвалось мое. Не уходи, прикроют дверь в свое жилье, чтоб из груди к тебе не вырвалось мое. Рождаются в других животных. Орлик это... А потом не будет. Нет, потом не будет народа. Ну давайте орлик. Не, орлик. Света любит орлика. Это конь такой. Мы со Светой его увидели где-то, наверное, в 70-х годах. На Урале. Действительно, эта история была такая. Подошел человек, крикнул коня.
Конь подошел, опустился на одно колено, он сел на него, похлопал так, орлик, домой. И конь его нетрезвого через Сибирь, это, сибирскую, Урал уже. Из тумана видна только веточка, лес белесый покрыт пеленой. Я коня попрошу слухать, деточка, отвези меня, орлик, домой. Я коня попрошу, слухай, деточка, отвези меня, орлик, домой. Я же дорожку свою, разумеется, отыщу даже в стельку хмельной. Только что это сегодня не клеится, отвези меня, орлик, домой. Только что это сегодня не клеится, отвези меня, орлик, домой. Поселилась в дому моё бестия, через это и сам стал шальной. Дом мой там, где дорог перекрестие, отвези меня, орлик, домой. Дом мой там, где дорог перекрестие, отвези меня, орлик. Из тумана видна только веточка, лес белесый покрыт пеленой. Я коня попрошу слухать, деточка, отвези меня, орлик, домой. Я коня попрошу слухать, деточка, отвези меня, орлик, домой. Отвези меня, орлик, отвези. Светочка, с днем рождения! Счастья, удачи, здоровья! Можно поцеловать? А я не жму, мы подарок подарили Светочке заранее. Потом. У нас еще будет. Нет, просто у нас правда много народу. У нас еще будет застолье. Где? Поэтому мы фуршет у нас еще будет. Да, кто не торопится, тот услышит про корону. Вот. А сейчас на сцену приглашается Елена Листова. Светой мы познакомились в самые такие тяжелые 90-е годы. Мне кажется, это была середина, да, Света, где-то? Середина 90-х, ну, примерно. Вот. И поскольку она жила рядом со мной, мне вообще в этом смысле очень повезло. И да, сначала на курсах, но там это было для меня бесполезное дело, это понятно. Но это было счастье, что это была встреча со Светой. А дальше уже я начала бегать домой, начала писать песни, в общем, и практически Света была первым слушателем этих песен. Здоровья тебе, твоим деткам, твоим внукам настоящему будущему, чтобы все у вас было замечательно. А спеть хочу ту песню, может быть, с которой все когда-то начиналось у меня как у автора. И, в общем, Света была первым слушателем. Песня называется «Не прислоняться».
люди с работы в квартиры стремятся. Поезд в метро тоже к станции мчится. Надпись на двери «Не прислоняться», а мне так хочется к вам прислониться. Надпись на двери «Не прислоняться», а мне так хочется к вам прислониться. Это же надо такому случиться. С вами в вагоне одном оказаться можно. Тихонечко к вам прислониться. Вам не придется совсем напрягаться. Так и стою от восторга пьянее. Жизнь сразу к лучшему изменилась, только вдруг вижу, что рядом правее дама другая к вам прислонилась. Кончилось все, не успев и начаться. К выходу нужно мне как-то пробиться. Надпись на двери «Не прислоняться», а мы все ищем, кому прислониться. С днем рождения! Должен был быть, как-то вот в этом году хотелось, чтобы выступил человек, который никогда не выступал. Но вот он, к сожалению, так и не выступит. Для нас огромная потеря. Я сегодня только на самом деле с собой справилась, потому что в душе все плачет. У нас не стало нашего друга близкого Димы Зайцева, нашего звукооператора, звукорежиссера. Мне с ним очень много всего связано, мы с ним в последнее время много общались, потому что записали диск совместный, который я так не знаю теперь, как на солнечной стороне. Вот всю эту работу он огромную сделал, вот, и как-то это просто даже не укладывается. Я хочу спеть ему песню посвященную, которую, собственно говоря, последнюю песню, которую он пел. Песня моя на стихи Дмитрия Кемельфейда. И хочется, как-то мне кажется, что он здесь, вот мы здесь его фотографию поставили скромненько. Вот, и как-то, может быть, как-то кто-то захочет помочь нам, потому что у него он один был, надо как-то его вот хранить еще. Это случилось буквально 20 сентября. Как-то мы все это не пережили еще. Вот такая вот песня о жизни, и она об этом, собственно говоря. Я даже не знала, что он поет песни мои, что он ее выучил. Для меня это потрясение было. Шерка, шерка, тапки сына в пуде, шерка, шерка.
мире в снегу. Весь смех в том счастливом утре, чей смех вспомнить не могу. В июле ли, в июне ли, в лимане ли, в Забруде сплетались сны, сливались дни, купались нагишом. И то пройдет, и все пройдет, и кто кого забудет, уже не важно никому. Было хорошо, было хорошо. Спасибо. Это на самом деле мы слушаем Диме, потому что я чувствую, что он здесь. Вот, что он здесь, и светлая ему память, потому что светлый он очень человек был. Жаль, что ему так мало вот отведено было в жизни. Мне кажется, он только профессионалом стал, только стал раскрываться как автор, только вот как-то вот плечики распрямил, понимаете? Вот это, конечно, тяжело принять. Ну, как бы вот у каждого свое, но вот надо это принять. Ну, а как-то пока голова не складывает. Вот голова и сердце как-то вот это пока не получается. Вот, поэтому светлая память. Мне бы хотелось пригласить Юру Киркелевича. Может быть, он что-то хочет нам сказать? Или он уже все сказал? Не дождетесь. Нет, он собирался что-то сказать. Ну, что сказать? Действительно, почти все я уже сказал. Я Светочку очень люблю. Это, наверное, самое главное, что вот я хотел... Это можно повторять много раз. А? Это можно повторять много раз. Да, я это и повторяю много раз. А вот знаете, вот только один момент. Вот как-то мы встречаемся, и уже стало чуть ли не традицией. Кому-то 40, кому-то 50, кому-то не будем говорить сколько. Но вот повод для встречи – это обязательно, чтобы вот был какой-нибудь там юбилей, еще что-то. А мне вот совершенно не хочется поздравлять с какими-то датами. Вообще, мне кажется, время – это совершенно эфемерная какая-то категория. Вот я еще когда маленький был, мне сразу пришла в голову такая мысль. Ведь все, что вот, все, что мы помним, все, что вот, оно уже в прошлом. А что в будущем будет, неизвестно совершенно. А настоящего времени вообще не существует. Это так, вот мы не знаем. Поэтому вот мне бы хотелось, чтобы вот этот праздник, вот Светочка, этот праздник был с нами всегда. Ну а времени, я не знаю, там гитару мне можно брать в руки, да, или как? Нет. Говорят, что я вообще-то на ней играть не умею. Вот эта штучка, да? Можно, да, Свет? Ты разрешаешь? Да? Вот. Ну, нормально, нормально. Тоже думал, если у Света нет никаких пожеланий специальных, что спеть, тогда я продолжу как бы о времени, если есть пам-пара-пара-па-пам. Жили мы в четвертом измерении, но однажды утром обнаружили, от пространства убежало время и свернулось пужиком снаружи. Стали бесполезные учебники стопками в печальном карауле. Если б мир управили волшебники, может быть, они б его вернули. Пам-пара-пара-па-пам. Пара-па-пам-пам-пам. Время посмеялось над учеными. Дельта-Т не функция, а фикция. И поглощены дырою черною все дела, сомнения и амбиции. Мысли наши светлые и ушлые повернулись головною болью. Будущего нет, как нет и прошлого, но настоящего тем более. Пам-пара-пара-па-пам. Пара-па-пам. Пам-пам. Видно, время не снесло обиды и бросило на всех без сожаления, пожелав и дальше жить, завидуя.
тем, кто шел когда-то, но с временем. А теперь без руды, без племени, как зорниц слетевшей планеты, жалко, что не будет больше времени. Да его не было вообще-то. Пам-пара-пара-па-пам, пара-па-пам, пам-пам. Обычно песенки предваряются стихами, я решил поступить нестандартно и наоборот. Поэтому заключение. Вот пить-то не хочется, поскольку пою плохо, играю тоже, но мотив тоже. Время. И вот, да, Света, если позволишь, еще буквально одно слово. Без трагизма, без всего, но правда, вот знаете, уходит хороший человек. А Дима Зайцев фантастический был совершенно человек. Вот знаете, может, что-то в этом все-таки есть такое философское, знаете, вот больше света стало там, правда, меньше здесь. Беда в этом, правда? Ну, каждый раз такое случается. Ну, что делать? Время измеряется минутами. Жизни измеряются мгновениями. Странно, но для встречи почему-то нам нужно этих чисел, одобрения. Цифровую магию, лелея, ищем в ней то повод, то причины. Грустными бывают юбилеи, горькими бывают годовщины. Ни к чему, друзья, страдать и каяться, что кривые строятся по-разному. Пусть они порой пересекаются по законам с временем не связанным. Надо быть мгновением добрее, в числах не разглядывать причины. Помнить о друзьях не в юбилее, вспоминать не только годовщины. Спасибо. Настоящий друг, он тут вот как-то помогал, тут и морально, и физически, тут вот, чтобы все это обустроить. Сегодня, на самом деле, у нас премьера, вот все, новый наш какой-то вот такой антураж. Это сегодня, мы только вчера до самой ночи, до 11 тут все наводили блеск. А сейчас на сцену приглашается еще один мой друг, Леша Сычев. А приготовится Лене Гудковой. Свет, знаешь, ну вот честно хотел исполнить песню. И, наверное, я исполню, но все-таки, наверное, не сейчас, а как-то. Ну, вот там. Ну, она такая. Поздравительная. Сейчас, может быть, как бы так, придерживаясь вот этой тональности немножко, да, вот предыдущей. Я прочту стишок, да? Там есть слово «женщина». Ну, я не просто так читаю. Вот. Сонно-монгольской женщине. В голой Монголии, где нет ни одной магнолии, где пьется кумыс легко и мысль непарно копытна, однажды я встретил женщину, всего лишь одну, не более. Она глядела с прищуром и стала мне любопытна. Я вопросил у женщины, не знамо какого хана, в стране могучего прошлого песков, алгоя хархоя, не ведая ни архангелов, ни опусов Астрахана, ни тех же ханых, ни в профиль, ни что они есть такое, вольно ли тебе у женщины с ногой достойной лошади? В том смысле, что лошадь после, поскольку нога сначала. Ежели да, что значит прищуры твои на площади с избытком сухого времени и ветра? Она молчала. Сквозь желтую кожу неба уже проступала соль. Двурогий пастух карабкался на дальние барханы, кто-то, заброшенный в эту область, как санки на антресоль, уже собирала в ладони тяжелые грозди пота. Светочка, с днем рождения! Спасибо большое. А сейчас на сцену выходит Елена Гудкова. Вот она спряталась там. Я даже испугалась, думала, может, ее нет. Она там притаилась. Я Леночку очень люблю. Она человек очень скромный, а очень много всего делает на самом деле. Она ведущая, телеведущая у нас, ведущая телеведущая.
канала «Теледом». Вот, и пропагандирует авторскую песню как может. И кроме того, мне ужасно нравится, что она теперь еще занимается с детьми. И мне кажется, вот это вообще вот сразу возвышает человека, когда он начинает преподавать, потому что он сам начинает расти. Правда? Чему-то научиться, стать учителем. Спасибо. К этому не хочу. А провод? Так, провод который? Синий, да, синий подойдет. Синий подойдет. Так, вот. Да, мы со Светой так и познакомились. Я начала вести тогда еще на телеканале «Вот» программу «Барда онлайн». Был такой проект. И с Бардой это особо знакома не была, как-то мы шли параллельными дорогами. Вот. И мне стало спрашивать, вот кого бы можно пригласить, кого бы позвать. Не знаю, надо вот Свету Ветрову, Свету Ветрову надо, Свету. И вот буквально, наверное, одну из первых программ там. Вторая или третья была программа со Светланой. Вот. И она у меня, кстати, очень часто была. Но я не только телеведущая, я автор-исполнитель. И этим я занимаюсь больше 30 лет, честно говоря, всю свою жизнь. А уже потом работаю с детьми и пропагандирую авторскую песню. Света замечательная. Мы как-то вот так совпали. Она очень любит давать советы. Я даже не всегда готова их слушать, но я понимаю, что она это из добрых побуждений делает. Просто у нее сущность такая, и, как потом выясняется, она права. Чаще всего. Вот. И согласно с Вадимом, ну, сводничеством занимается, она сводит людей. В хорошем смысле. Зубовма, она, ты, да. Я правда, ну, да. Так. Ну и молода, красива, талантлива, и женщина красива всегда, когда она влюблена, когда ее любят. Поэтому так продолжай, Свет. Так я не помню, гитара-то работает? Да, да, да. Да? Пардоньте. В центре города вечно пробки. Народу полно в час пик. На автобусной остановке на скамейке сидел старик. Чуть поодаль курила дама, поправляя куцый пиджак. Может, в жизни случилась драма, может, что-то пошло не так. Чернила, потерялся в пространстве взгляд. То ли думала, то ли грустила, то ли дни крутила назад. Пальцы тонкие чуть дрожали, падал пепел, как будто снег. Монотонно минуты бежали под стремительный жизни бег. Монотонно минуты бежали под стремительный жизни бег. Старичок, опустив газету, тихо бросил, совести нет. Тут же
же вспыхнула сигарета яркой искрой ему в ответ. Осветил огонек украдкой женских глаз одинокий дом. Может, в жизни ее не сладкой был единственным он огнем, тем огнем, у которого грелась, раздувая пламя сама, и другого тепла хотелось, но его судьба не дала, и другого тепла хотелось, но его судьба не дала. Приглашается еще более старинный друг Володя Волков Китай, который тут совсем недавно меня сильно выручил.
зарядил мой разряженный аккумулятор. Лет написала прекрасную песню, вернее, музыку на стихи Леси Украинки. И мне очень понравилась эта мелодия. Я считаю, что даже если бы она одну эту песню написала, я бы ее считал суперталантливым автором. Вот. Я попытался написать на эту же музыку. Света, прости, если что-то, какие-то будут неточности, но текст другой, поэтому он так. Поэтому музыка другая. В час ночной, верней рассвета, мне во сне явилась Света. Тихо льется звук гитары и поет мотив не старый. Что живет она заметно, не ведет себя фривольно, меня любит безответно и судьбой своей довольна. Что живет она заметно, не ведет себя фривольно, меня любит безответно и судьбой своей довольна. Говорит, ты много шутишь, ты меня совсем не любишь. Говорит, ты слишком весел, ты моих не любишь песен. Я живу неторопливо и тебя не ревновала. Если в клуб не заходила, я б тебя не вспоминала. Я живу неторопливо и тебя не ревновала. Если в клуб не заходила, я б тебя не вспоминала. Я проснулся, что за диво, спит жена, а она красива. Что же так меня тревожит, отчего мороз по коже? Я вдруг вспомнил день рождения и гостей толповареньем. Оттого мне Света снится, оттого мне так не спится. Я вдруг вспомнил день рождения и гостей толповареньем. Оттого мне Света снится, оттого мне так не спится. Поздравляю тебя, Светка, ты стройна, как статуэтка. Юбилей твой отмечая, сколько лет не замечаю. Пожелаю только счастья, я тебе в любовной страсти. Дай в творчестве при этом, я люблю тебя за это. Пожелаю только счастья, я тебе в любовной страсти. Дай в творчестве при этом, я люблю тебя за это. Спасибо. Вот теперь я знаю, что ты выучил мелодию, значит, скоро запоешь песню мою. Он мне уже лет 10 обещает песню эту спеть, говорит, как она ему нравится. Сделаю, сделаю обязательно. Вот я говорю, что уже ты, блин, приблизился уже. Мелодию освоил. Теперь на сцену приглашается Ирочка Алексеева, которая приехала из Москвы. Поэт, член Союза... Поэтов. А? Член Союза... Писателей Москвы. Мой большой друг, мы дружим. Очень приятно. Да, и мы соавторы, много песен уже наверное. Свет, видишь у тебя сколько цветов? Я думаю, зачем еще? Это тебе вместо цветов. Яблоки, запруни мои, где мы издаем такой альманах «Яблочный спас». В прошлом году там Свету публиковали ее детские стихи прелестные. И вот члены лицсовета сказали тебе обязательно поздравить. И вот яблоки запрунинского сада. Знаешь, это мама нашего мэра Староверова Димы, она учительница, и она детям эти стихи читала. Но она очень такая пожилая, но ее приглашают в школу. Вот. И это на одну большую шарлотку или на три маленьких.
И вот еще из наших краев, сначала подарков надо избавиться. У нас в Вербилках такая фабрика Гарнера с 18 века существует. Он был поставщик, это предприятие, поставщик Зимнего дворца, посуду поставляли. В Лувре есть образцы их посуды. Теперь вот. И вот с этого предприятия, вот видишь, вот эта вот коробочка, она совсем не знаю, как ее открыть. Надо ее как-нибудь откроешь. Видишь как? Поставщик Королевского двора. Сейчас ты даже не увидишь, что там лежит, но это тебе очень пригодится. Спасибо. Не знаешь, что от них ждать. Так вот, ты понимаешь, вот, как, если помнишь, у Любы Захарченко в песне такая строчка есть, что попало, может сниться. И мне вот накануне твоего юбилея вот снится, вот архивы какие-то там, это вот, я стихи чьи-то перебираю, и смотрю тут у Блока так, понимаешь, это про Свету Ветру, вот там у Ахматовой, ну так скромненько. Ну что ж, я думаю, раз они не опубликовали, так я же должна прочитать хотя бы. Уж точно Киркелевич-то угадает, из какой поэмы Блока это. Сентябрь вечер. Нет, не снег. Светик, светик. На ногах не устает человек, ведь у света голос, как ни у кого на планете. От здания к зданию протянут канат, на канате плакат. Вся власть юбилейному собранию. Ахматова. Все обещала мне встречу с чудом. О да, предчувствие и тайна. Услышится, найдется, будет и явится необычайно. Все обещала мне его край неба, нежный, червоный, и юбилея торжество, и голос света многозвонный. Новелла Матвеева. Оказывается, она тоже писала. Один из вариантов. Вот он пытался написать «Бардовские страдания на большом ветру». Ах, как легко, светик, напало на наш лагерь. У барда снесло крыши и у сердец дверцы. А если песнь светы затеять свою магию, то без пинка сразу песня войдет в сердце. А песня зовет в море десятков пять бардов, а скольких зовет в горы. Чему они там рады, а песни им надо? Светины песни ищут, фанатов бредут отряды, любящих свету тысячи. Ах, как легко светик с песни вошла в лагерь. У барда снесло крыша, у сердец дверцы. А если песнь света затеет свою магию, то без пинка сразу песня войдет в сердце. Ну уже от себя ты тоже вот, Света разрешила что-то прочитать. Свет, это я представляешь, в этом году у меня год юбилейный, поэтому меня и там на Грушинской все-таки заметили. Я читала на гитаре. Вот. Ну, конечно, это вообще совершенно космос, да, ну, сама знаешь. Вот. Ну, как на строчке Акуджавы, давайте говорить друг другу комплименты, а написала вроде как для себя и для нас, ну, и для всех. Давайте говорить. Пока еще возможно, пока еще стоим у бездны на краю, конечно, будет там наслушаться несложно. Хороших, добрых слов полным-полно в раю. А здесь, а в толчье, в ночи, в метро, на кухне, при...
А здесь, а в толче, в ночи, в метро, на кухне, под утро, среди дня, при встрече, набегу, пошли нам Бог слова, те, от которых рухнет стена между людьми на этом берегу. Давайте говорить друг другу о хорошем, хвалить за малый труд, за взгляд или за шаг. И пусть никто-никто, никем-никем не брошен, безмолвие пустом и будет только так. Давайте говорить, разбрасывать по свету слова своей любви. Зачем нам их беречь? И пусть их подберет когда-то кто-то где-то и сердце исцелит подобранная речь. Давайте говорить родным и близким людям, растрачивать для них заветные слова. Чем больше отдаешь, тем больше и прибудет. Не бойся, не молчи. Любовь всегда права, ты выскажи ее, покуда сердце бьется, покуда мы еще на этом берегу. Пусть слово о любви у каждого найдется под утро, среди дня, при встрече на берегу.